На завтрак или обед приготовьте хрустящие и ароматные гренки с беконом. Блюдо простое и аппетитное. Никто не сможет устоять. Гренки с беконом готовятся в духовке за короткое время. Для начинки используйте бекон, сочные помидоры и сыр. Благодаря запеканию гренки будут хрустящими, а начинка сочной, ароматной и вкусной. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все ингредиенты. Багет нарежьте средними ломтиками. К майонезу выдавите чеснок через пресс, перемешайте. Смажьте остреньким майонезом кусочки багета. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. На каждый кусочек багета выложите кусочки бекона. Нарежьте помидоры колечками и выложите на багет. Присыпьте багет тертым сыром. Выложите заготовки в форму для запекания и отправьте в духовку разогретую до 220 градусов. Запекайте гренки 7-8 минут до того, как расплавится сыр и гренки станут хрустящими. Готовые гренки сразу подавайте к столу. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Багет 120-150 грамм или батон. Бекон 50-60 грамм. Помидоры 60 грамм. Сыр 40 грамм твердый. Майонез 50 грамм. Чеснок 1-2 зубчиков. Специи по вкусу. Количество порций 2-3. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачи, друзья, заходите.